отпрянет. Как чужая реплика, как разновидность восприятия. Как неприятный голос скептика, подмена старого понятия. Врасплох застанет безграничностью. Пойдет и вновь придет к язычеству. Сбежит на волю, станет личностью, вернется к вашему величеству. Ты будешь ждать, бросаться в крайности, искать спасение в человечности. А наш какой-нибудь банальностью достанет до чистосердечности. Порой она зовется совестью, порой срамом на доверии. Вы все талантливые повести. Мы все хоть кем-то.